Известность и подарочный сертификат в кафе. Сегодня вручили призы победителям конкурса видеопоздравлений «Пусть всегда будет мама». Весь ноябрь тюменцы записывали теплые слова и выкладывали ролики в соцсетях под хэштегом «Тюменская мама». Лидеров определили накануне празднования Дня матери в России. Организаторы и специалисты городского департамента по молодежной политике голосовали за каждое поздравление. Самыми трогательными оказались записи школьников Софии Нигматуллиной, Игоря Богданова и солдата срочной службы Ильи Кривоногова. Мама ждет его из армии. Дорогая мамочка, поздравляю. Прослезились, конечно, очень волнительно, руки задрожали, затряслись. Давай писать, звонить. Молодец, спасибо, очень неожиданно, очень приятно. За теплые слова, за слова благодарности, что наши дети ценят нас, на нашу любовь и доброту отвечают нам этим же.